Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. С вами я, Пуспинг. И в этом видео будет подробный обзор, рассказ, показ и свотчи на большую посылочку от новой для меня марки TNL. Да, посылочка большая, будет очень интересно, поэтому садимся поудобнее, поддерживаем это видео большими пальцами вверх и подпиской на мой канал. Если вкратце про эту марку, эта марка вышла на рынок в 2008 году. Именно эту посылочку я заказала и оформила на их официальном сайте. Ссылку на их сайт и Instagram я оставлю в описании под этим видео. И если честно, я обалдела. Там есть абсолютно все. То есть вот абсолютно все. Начиная от лаков для ногтей, заканчивая аксессуарами, косметологии, ухода и, конечно же, натуральной косметики. И не только там, просто все, при учете того, что качество заявлено хорошее, а цены катастрофически низкие. То есть это, по сути, является самой бюджетной и самой качественной профессиональной косметикой. Этот бьюти-бокс включает в себя. Ой, какой он нарядный, красивый. Вот сама упаковочка уже приятна. С любовью, TNL Professional. Так приятно. Так, открываем тут вот все так нарядненько. Тяжеленький поставлю сюда. В этот боксик входит шампунь и бальзам для активации роста волос. Это я затестю в своем отдельном видео. Я люблю свои волосы и люблю нестандартные уходовые средства для волос. Ну, потому что средства из масс-маркета это уже как-то неинтересно. И я бы даже сказала, вредно. Поэтому я каждый раз заказываю что-то новенькое, уходовое, и, конечно же, тестирую это все на себе. Достаточно неплохой объем, 250 миллилитров, шампунь и бальзам с очень приятным запахом. Вот такой вот пятицветный хайлайтер. Можно пользоваться каждым цветом индивидуально. Можно его использовать, конечно же, под глазки, под бровки, в уголочки. Ну и как хайлайтер, само собой. Можно смешать все цвета и использовать. Ох, какая красота! Без запаха. Защитная пленочка, чтобы не осыпалась. Подробные свотчи на каждый из этих пяти цветов и все цвета вместе я покажу отдельно. Запеченные румяна с эффектом хайлайтера, то есть цвет вроде есть, но при этом кожа подсвечивается. За совсем смешную стоимость он тоже не ароматизирован, но качество тоже очень классное, они такие прям шелковистые, бархатистые и сияют.
за такую стоимость, я посчитала, я должна, просто обязана его затестить. Я выбрала карандаш вот этот вот, номер 6. Он светленький, но для моего тона кожи он подходит идеально. Под этот карандашик я взяла помадку. Кстати, это без карандаша, просто помадка. Помадка сейчас, собственно, на моих губах. Она безумно шикарная по цвету, то есть я настолько угадала со своим цветом. И качество просто потрясающее. Она именно бархатистая, то есть не слишком матовая и не слишком мягкая. По-моему, очень хорошее качество и тоже за очень бюджетную стоимость. Мне кажется, это самая бюджетная косметика, которую я только находила на просторах интернета. И качество помады меня безумно порадовало. Я хочу заказать еще несколько помадок этой марки. Ну, гулять так гулять. Но пока у меня только это. Натуральную кисточку для макияжа глаз, для теней. Она вот в такой вот упаковочке, прям все посерьезки. И натуральные не только волокна в самой кисточке, но и даже сама палочка на этой кисточке выполнена из дерева. Все отмечено логотипчиками. Вот такая вот она заостренная, средней плотности. В принципе, она универсально подойдет как для растушевки, так и для нанесения теней. Да-да-да-да! Вот такая вот кисточка для румян, хайлайтера и пудры. То есть, в принципе, универсальная для лица. Она из синтетического волокна. Но я ее взяла прежде всего из-за этого хвостика. Я понимаю, подобные кисти встречаются как на Алиэкспрессе, так заканчивая другими брендами, более известными брендами. Но мне так хотелось, чтобы у меня была такая кисточка. Подведем итог по всей этой посылочке. Само собой, вот шампунь, бальзам я затестю в своем следующем бьюти-видео. Все-таки это должно быть что-то отдельное. А сейчас проведем итог по всему моему заказику. Я отмечу для себя, что мне больше всего из того, что я заказала, понравилось. И что я буду заказывать в дальнейшем. Мне больше всего из моего заказика, конечно же, понравилась вот эта помадка. Там великое многообразие цветов, текстур, поэтому я хочу заказать еще помадок, еще цветов. И следующее, что мне безумно понравилось, вот прям не просто базовая вещь, а именно то, чем я буду пользоваться каждый раз, это вот эти вот запеченные румяна. Во-первых, у них прозрачная текстура, то есть нету какого-то эффекта мела или цветного пятна такого прям вот, что хочется так снять. Нет, они полупрозрачные, при этом дают блеск, блеск хайлайтера, то есть с такими румяшками хайлайтер не нужен, они выполняют функцию цвета и подсвечивания без эффекта маски или грима, то есть... Особенно на лето, просто шикарно. Третьим пунктиком из всего я хочу отметить вот эту вот кисточку для теней. Вот. Хорошая, приятная, удобная, универсальная. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забываем поддерживать маленького, креативного, любопытного бьюти-пусику со своими большими пальцами вверх, подпиской на мой канал и не забываем поставить колокольчик.
так как в режиме через день нас ожидают новые марки, новые бьюти-продукты, новые тесты, эксперименты, макияжи, гримчики и много-много всего. Поэтому будет интересно, полезно, креативно. Ну, а вам хочу пожелать крепкого здоровья, отличного настроения, весеннего прям настроения. И, конечно же, только позитивных бьюти-открытий. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Пуспинг. И до скорых встреч через один день.